Так, на часах уже 10. Не бойся, Славик, иди на обход. Так, смотри, последний обход делаешь 22:00. Держись только освещенной стороны улицы. Никуда не сворачивай с центральной аллеи, понял? Главное, чтобы по камерам было видно, где ты делал обход, когда, в какое время. Смотри, до самого конца кладбища не вздумай доходить. Только до последнего фонаря и далее быстрым шагом на к сторожке. Потом железные ставни и дверь на 3 засова. Потом привыкнешь, все пойдет как по маслу. Да почему так страшно-то, а? Чего? Главное делать все так, как сказал Михалыч. Потом как по маслу пойдет. Так, все, последний фонарь. Камера меня зафиксировала. Эй, кто там стоит? Ой, а вы что тут, бабуля, делаете? Иди, иди, вкусненький. Я к тебе уже скоро зайду. Так постоял бы со мной вместе, подождали, пока парус стемнеет. Нет, старая, гудбай, я пошел. Ничего страшного, один тут тоже самоуверенно ходил, правила соблюдал и думал, что про не жалеете. Свет возьми, будущий во всем районе кладбищенском, где все, он наш. Одни рожки до ножки до сторожки вернулись. Так, фух, первый обход завершен. Все, я в безопасности. Железные ставни закрыты изнутри, железная дверь закрыта на 3 засова. Можно сесть и начать поглядывать в мониторы. Кто там? Кто? Кто? 3 часа ночи. Кого могу притащить такое время? Открывай, сменщик, не боись, это я, кто до тебя работал. Имя выгнали, деньги не платили. Только так можно свои вещи забрать. Не бойся ты, они, наверное, тоже тебе всяких баек понарассказывали, как и мне. Никого тут нет, это они специально мутят, чтобы мы специально сторожа бесплатно на них работали. Врешь. Тебя в камеры не видно, в крыльце никого нет. Сожрали тебя, а теперь хочешь, чтобы меня сожрали. Смешно у нас попался, но ничего, увидимся в 3-ю ночь. Ее еще никто не выдерживал. Придут они и сожрут тебя. От них Фредберг не защищает.